Всех приветствую, мы продолжаем, да. Фу, сегодня прям нереальное пекло, жара прям невозможная. Растения, цветы горят, я поехал в магазин. Взял еще дополнительно шланг. Этот шланг у нас чисто пойдет на капельный полив. Взял самый обычный, 20 метров, стоит 1000 рублей. Потом взял наши прекрасные уголочки армирующие. 4 штуки, это нам на последнее окно и на угол наш. Вот, переходники взял на наш шланг, очень удобные. Вот, и взял еще немного я грибков вот с гвоздями, вообще супер. Будем крепить пеноплекс наш. Плюс нам нужно будет закрепить наш счетчик. Взял саморезы, взял дюбеля. В общем, сегодня работа есть. Фу, жара вообще просто нереально. Кстати, я еще заказал один капельный полив жук еще на 60 растений. Итого, я думаю, вот эти все розы мы запитаем. Хорошо, если получится еще и темы запитать. Заодно и наши огурчики. Я надеюсь, что они не сгорят, потому что горит все просто нереально. Запитаем наши вот эти помидорки. Ну, я думаю, мы запитаем весь сладкий перец, весь этот ряд балконного чуда и все наши баклажанчики. Время мое сэкономит. Кстати, очень удобно, представляете, куда-то вам нужно отъехать на 2-3 дня, даже пускай на 4 дня. С учетом того, что есть регулятор, который будет подавать вашу воду. Представляете, купили, он там стоит, по-моему, в районе 800 рублей, 1000 рублей. И уехали, все у вас автоматически будет все поливать, и вы не будете беспокоиться, то, что ваши растения, к примеру, сгорят. Это же супер здорово, на самом деле, это вообще просто классно. Вот, в общем, придет он, покажу его, установлю. Сегодня этот проверю, пущу, посмотрю, как наши называемые капельницы работают. Вот, везде пройдусь, каждый кустик просмотрю. Просто кое-где у меня под кусты не два стоит, а один между кустиками, да. Поэтому посмотрим, как он пойдет. Такой пасынок большой пошел, что-то я его проглядел. Вот, посмотрим, да и томаты надо уже подвязать. Посмотрите, как они сильно-то уже выросли. Вот, сегодня надо тоже все это сделать, но сейчас совсем другие дела. Сейчас нужно сделать поважнее. Вот, ну, конечно, огород это тоже важно. Дело в том, что завтра, вы уже все знаете, приедет у нас контролер и опломбирует наш счетчик. А нам нужно сейчас утеплить всю нашу стену и закрепить его. Вот он закреплен будет, потому что уже все, мы его перемещать никуда не будем. Соответственно, его опломбируют, и все, на этом месте он и останется. Поэтому мы сейчас этим и займемся. Я вам тоже желаю такой прекрасной погоды. Ну, как сказать прекрасной? Такая погода прекрасная, когда мы где-нибудь отдыхаем, знаете, на природе. Вот в тенечке, это да, вот работать при такой погоде, я вам скажу, это еще что-то. Ну ничего, как говорится, мы справимся, да, потому что вы нас поддержите своим лайком, хорошим комментарием, да. Ну и, конечно же, кто еще не подписался, подписывайтесь, потому что с нами, как всегда, интересно. Чайку для рывку, да, или компотика, кстати, там такой компотик, все, и погнали, погнали работать. Еще ролик будет, как всегда, интересный, вам приятных просмотров, ну а мы начинаем, погнали.
процесс идет, и это хорошо. В общем, начали мы утеплять наш угол стены. Вот так мы подняли вверх. Все хорошо. Там буквально осталось два листочка прикрепить. И вообще будет прям все по красоте. И, соответственно, с этой стороны подмастерье стоят, пока не сильно видно. Вот здесь мы так закрепили. Ну и закрепили мы наш счетчик. Вот все у нас он теперь под навесом. Вот так все. Не знаю, там была влага, кстати, вот эти шовчики. Я тоже чуток герметиком прошелся, потому что была вода. Не знаю, откуда она попадала. Там резинки никакой, ничего не было. Так, все хорошо. Единственное, осталось вот эти кабеля. Потом мы закрепим, да, соответственно, к стене. А вот все хорошо. Это уже когда отделочный материал мы сделаем, под него подведем и уже его аккуратненько уложим вот на него. Ну и остальные верхние, это тоже мы все попрячем. Также наш провод, кстати, вот он пошел. Раньше он заходил к соседям, вот так был прикреплен к ихнему зданию и выходил на наш стол, потому что, еще раз объясняю, вот этот участок, это все было общий план. Потом половину разделили и продали, вот поэтому так получилось. Также вот этот навес получился, как вы видите, он у меня во дворе получается, да, ну да ладно, уже как есть, так есть. Вот это уже все стояло давным-давно, еще до того момента, как я купил этот дом. Так, если общий брать, то тут места как бы с головы хватает, если брать этот общий план. Да, он получается как раз где-то в районе 12-10 соток, в общем, с головой. Потом, конечно же, я приварю, вот, все правильно пущу, пока вот так закрепим мы и... Вот к этой стенке мы крючок выведем, чтобы наш отделочный материал сделать. Вот, а здесь мы уже потом полностью его, как говорится, капитально пустим, закрепим. Уже его будет родное место. Ждем контролера. Придет, опломбирует. И думаю, дела дальше пойдут. Так, что у нас? Вчера я запускал наш капельный полив. Красота. Вообще красота. Все, шланг подсоединил и пошел он поливать огурчики, помидорчики. Классно, я включил и пошел своими делами заниматься. Буквально оставил там на 20 минут. От души он все полил. Уже говорю, что я заказал еще один капельный полив. Даже на 60 растений водопроводный. Придет, установлю его. Камыш, ну что ты там делаешь? Пришел, и кот ученый. Все ходит каждый день кругом, да? Работать будем? Если получится, я еще запитаю, да, наши прекрасные розы, все кусты. Будет вообще, мне кажется, классно. Открыл, представьте, открыл, все, спалил. Ничего не нужно делать, идите, занимайтесь своим делом. Все, плавненько, капелька поливай. Экономит воду вашу, у вас нет лишнего перерасхода воды. Вот, правильно идет полив под каждый кустик. Растение себя прекрасно чувствует. Да? Прорабуш. Прорабуш. Шланг вот этот так себе. Вообще, если честно, его не советую. Так его куда-нибудь кинул. Вот и не трогаешь его. Потому что если его тянешь, его постоянно пережимает, перегибает. Вот. Ну, я же говорю, его над стенкой вот так пущу. Вот подведу сюда. Именно на капельный полив он будет. Так, в общем, что у нас? Почему сразу не разобрал? Потому что, чтобы дождь не лил. Конечно же, его потом мы все будем демонтировать. И, соответственно, здесь все будет другое. Но смысл мне его сейчас разбирать, если я его сейчас не буду делать. Если я им сейчас не буду заниматься, чтобы у меня тут дождь все вот лила на мой инструмент и прочее, прочее. Но в этом смысла не вижу. Также не вижу смысла вот в тех трубах. Видите, асбестовые у меня торчат. Это старые трубы котла, вентиляции. Вот. Когда крышу буду менять, соответственно, тогда я их срежу. Не вижу смысла делать двойную работу. Вот, также и в навесе, и в гараже, и в прочее. Конечно, здесь все надо. И забор убрать, но я же не могу его сейчас убрать. Все нужно поэтапно делать, поэтому всему свое время. Так, пеноплекса у меня сейчас немного осталось, но я думаю, мне кусочков хватит. Там уже мы потом в дальнейшем докупим. Вот. Этот угол, я говорю, дошью, да утеплю вверх, вот, чтобы нам уже наш взять углы армированные, выставить наш угол, чтобы у нас ровненький был. И окно, вот это я уже сказал, наши откосики тоже выставить. И у нас, в принципе, все готово, потом пеноплекс обработаем. Вот, нужно будет пошкрябать.
Барян, иди. Вот таким образом попрем добивать фасад, всю вот эту сторону, и уже можно сказать, две части дома уже будут в завершенном таком исполнении. Вот. Потом мы уже начнем утеплять цоколь наш. Вот. Нужно будет сейчас чуть попозже взять нашу Леруську и повезти ее в поликлинику. С ней все хорошо, все прекрасно, нужно нам сделать прививочку. Вот. Сделать прививочку, взять справочку, потому что без этой справочки в садик у нас не принимают. А вот. И, в принципе, у нас так дела уже все завершены. Тёмыч уже все, переведен в третий класс, все хорошо, им задание дали. А вот, на лето мы его записали, не на все лето, а один месяц, по-моему, июль, если не ошибаюсь, надо посмотреть по датам. Мы его записали в пришкольный детский лагерь. Вот, пусть тоже ходит, дома не сидит. Все, мы погнали, да, чайку для Рывко, оставайтесь с нами, да. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, потому что с нами, как всегда, интересно, ну, а мы погнали.
сегодня. Сегодня вообще, по-моему, жарче, чем вчера. Прям печет вообще. Уф. В общем, все мы утеплили. Все отлично, все хорошо. Эта сторона у нас готова. Вот, ну, практически, да, останется там лишнюю пену сейчас срезать. Сейчас она быстренько подсохнет, потому что на такой жаре она прям схватывается моментально. Вот, и нужно будет прошкрябать все для сцепления лучшего нашего клея с пеноплексом. И я уже говорил, на окнах нужно будет уголки выставить. С этой стороны тоже все готово до самого верха. Вот так. Все отлично. Соответственно, где у нас провода шли, на метке я сделал, чтобы там не засверлить, чтобы на провод не попасть при креплении грибков. Вот, пока вот так висит. Потом все это красивенько мы, когда уже материал будет, все красивенько закрепим. Вот тут пустим. Все аккуратненько сделаем. Вот эти углы, я уже говорил, срежем и будем выставлять. Будем использовать пластиковый, уже с армирующей сеткой. Вот видите, за них я уже говорил. Классная вещь, удобная вообще, просто шикарно. Работать одно удовольствие ими. Трейлера еще нет, не звонил. Вот, не знаю, до обеда он приедет, нет, потому что надо будет Леруську на прививку повезти. Не знаю, мы заехали, там очереди было просто вообще. Очень душно, жарко там, все кричат, дети плачут. Вот, поэтому я так подумал, там на часа два мы сейчас там как застрянем. Вот, подошел, спросил, когда может меньше очереди будет. Там говорит, да приезжайте после обеда, ближе к обеду намного будет меньше людей. Спокойненько прививочку сделайте и все. Вот, поэтому сейчас мы где-то пол первого, наверное, к часу поедем. Посмотрим, если все нормально, сделаем прививочку. Уже все у нас одно дело будет готово. И, в принципе, продолжим дальше работать. Поэтому все, мы погнали дальше. Оставайтесь, да, с нами, как всегда, интересно. Мы уже Бубуська. Бубуська, привет! 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 Всем привет! Вообще жара! Наша красавица! Невозможно выйти вообще на улицу! Друзья, я не знаю, правда или нет, у меня на машине на градуснике показывает 42 градуса, вы представляете? У меня работает кондиционер, и в машине жарковато. Офигеть, 42 градуса, еще только 12 часов. Так что все, давайте, мы и приеду, я уже потом все расскажу, что там у нас, какие планы и что будем дальше делать. Мы уже приехали. Как хорошо, как мы рады, как мы довольны. Приехали, вообще никого. Вообще, если с утра там народу было, жара такая. Приехали, врач на месте, зашли, послушались. Пошли нам, посмотрели, что за прививочки. Две прививки сделали. Все хорошо, молодец она. Достойно, как говорится, выдержала. Молодечек, все дома. Вот. Все, говорит, все. Я говорю, да, все, все, пойдем. И ватку приложила, приложили ей к ножке. Вот. Потом я убираю, говорит, не. Сама взяла тоже, приложила, помазала. Такая. В общем, все хорошо, все нормально. Так, что у нас? На чем мы остановились? Я здесь углы наши все срезал, начал шкрябать сверху. Вот тут, в принципе, осталось буквально чуть-чуть. Вот, не дали мне завершить. Вот. И окна сверху я там прочистил. Сейчас вот здесь еще по краям мы сделаем и выставим наши уголки. Вот, на это я уже буду ближе к вечеру, потому что сейчас
просто не вариант находиться. Хорошо, что я начал фасад делать, что я успел спереди сделать, потому что это просто жесть была. Мне кажется, бы либо сгорел бы, и там бы потом последствия не из хорошие были. Вот. А так, так все отлично. Не знаю, пока еще никто не звонил. Возможно, завтра приедет опломбирует. Ну да ладно, главное, что у меня счетчик готов. Вот, его опломбирует. И я, а те все уже маленькие манипуляции, вот эти там, ну, я уже говорил, мы это все аккуратненько загребем. Не знаю, вот если без сетки, друзья, просто все сгорит. Покупайте, не думайте, это вообще классная, здоровская вещь. Натяните ее, вот и увидите, как ваши овощи, вот то, что вы все там выращиваете, как намного они комфортнее себя начнут чувствовать. Я ее в этом году не снимал, уже говорил, всю зиму она у меня прозимовала, ничего с ней не случилось, абсолютно ничего. Так же, как и вот с этой сеткой под огурцы, абсолютно ничего. Один раз натянули и пользуйтесь вообще постоянно. Надо было винтик забрать, почему нет? Предсистема с предсистемой, но вентилятор как бы нужен тоже. Вот бывает не сильно жарко, вентилятор включили, он у нас еще остался с прошлого года. Вот, правда, что-то там ножка как-то странно выглядит, видимо, он где-то упал, что, в общем, есть. Сейчас мы его промоем, и будет у нас такой свежий поток воздуха. Между прочим, совместно его, если с предсистемой включать в комнате, да, это, ну, мое такое мнение, он лучше раздувает холодный воздух по помещению. Мне кажется, оно более быстрее становится помещение прохладным. Кстати, за два дня огурцы так быстро проросли у меня. В тряпочке я их замачивал, я их пересадил в грунт. Они, видите, уже вон какие. Это буквально за два дня они так выросли. В общем, я их посадил, пускай растут. Если что, куда-нибудь место им определим. Но я говорю, если они начнут сильно развиваться, сильнее, чем наши, те, то мы их на их место пересадим. Вот. А те куда-нибудь, я не знаю, так, для эксперимента тоже посадим. Вот. Либо поделимся с хорошими людьми. Сегодня у нас было как-то так. Вот. Было ли вам интересно, не знаю, напишите сами. Вот. Либо ставьте свой лайк. Ну и, конечно же, если вам видео понравилось, то обязательно подпишитесь. Потому что с нами, да, как всегда, интересно. В принципе, сегодня самое важное дело мы сделали. Мы сделали прививки. Ну вот, все, теперь он будет здоровенький, не будет болеть, и все у него будет хорошо. Теперь, говорится, стройка у нас ого-го пойдет. Завтра он поедет на свою планерку и там всех построит. А мы тоже потихонечку копошимся, делаем наш ремонт. Вот, совмещаем, как говорится, приятное с полезным. Последок мы хотим вам пожелать всего самого хорошего, конечно же. Это главное — здоровья, счастья, любви вам, мира. И пусть, как всегда, все у вас будет хорошо. Ну, а мы надолго не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя, да и будьте здоровы!